В Австралии на берег выбросились дельфины. Больше 130 дельфинов Гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хамелин на юго-западном побережье Австралии. Дельфины находятся на мелководье. В заливе Хамелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли. В настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает Perth Now. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину. Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели. Пляжи в окрестностях закрыты для посещения. Местных жителей предупредили об угрозе нападения акул. Ранее на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.